А перед просмотром видео ты можешь зайти на канал Razer'а, на его канале сейчас проходит конкурс, а также на его канале есть летсплей с модом Сумеречный лес. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт. На моем сервере, который называется Amazing Poke World, если хотите на нем играть, все написано, как на него зайти, в описании. И, ребят, я начинаю играть, можно сказать, без гейммода, но, ребят, я сразу говорю, что я иногда буду включать гейммод, так как, в принципе, нужно следить, как бы, можно сказать, ну, как бы он нужен, да. Будем иногда и строить дома, и другим их отдавать или продавать, например. Какие-то эвенты устраивать или еще что-то. А ты как сюда залез? Так, вот. Лучше вот так и делать. Не буду я выходить через двери, чтобы опять люди... Нет, нет, нужно опять домой тэпэхнуться, что у меня же тут вот это все. Так, секунду. Это нужно включить. И вот это сюда выложить. Так. Опять дождь пошел, нужно его выключить. Так, вот это, ребят, мы все забираем. И давайте вот это поставим вот сюда. Главное не выкинуть, потому что вот эти шапки не поднимаются, да. Так, ну что, ребят, идемте, давайте пойдемте на спаун. И пойдемте прокачивать нашего покемона. Так, главное, чтобы за мной никто не бегал, да и все. Просто если сейчас куча людей за мной будет бегать, то это капот будет. Ребят, я сейчас не буду читать чат. Я сейчас играю, можно сказать, в обычном режиме, без гейммода. Я сейчас не буду никого тэпэшить. Я никому не буду отвечать на всякие вопросы. Если, конечно, какие-то другие вопросы, то буду отвечать. А если вот такие, что и как там делать, то не буду отвечать, ребят. Потому что сейчас я играю просто так. Так, сейчас нам просто-напросто, ребят, нужно прокачивать каких-то покемонов. Это кто у нас? А, он же... Я его забыл вылечить. Так, давайте его прокачаем. Чем мы тут можем его? Ух, офигеть, офигеть. Ну чё ты такой, аж вот. А, я думаю... Ладно, валим отсюда, если сможем. Фиг мы сможем отсюда свалить. Ребят, не делайте эту хрень. Я буду кикать нафиг, потому что это меня бесит. Я извиняюсь, но вот кидать под ноги всякую хрень, чтобы потом не в инвентарь это все лезло. Ребят, не нужно, честное слово. Нет, 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 ребята. Убьет нашего ашавота. Или нет? Нет, офигеть. Так, 8 уровень, давайте его вылечим. Чтобы домой каждый раз просто-напросто не бегать, да и все. Так, ладно. Это мы все нафиг выкинем, что тут нам. Так. Сейчас. Давайте, в принципе, ребят, нам нужно прокачивать нашего покемона. Так, не бежим мы в сторону спауна. А наоборот, бежим куда-то вот сюда. Бежим, бежим, бежим. И нужно поискать каких-то покемонов. Покемона. Так, Зоруа. Бам-бам. Я не знаю, сможем ли мы его словить. Так, ну попробуем. Вот шпион за мной бегает, или это охрана, или кто это хрень, его знает, что он хочет. Ладно, я, как я понял, не словим мы ее, но нужно все-таки куда-то. Не нужно, честное слово. Но зато о, словили. Офигеть. Но зато... О, ребят, включаю я гейммод. Идем домой. Еще раз, увижу кого-то, буду кикать каждый раз, когда буду его видеть на сервере, ребят. Или самое лучшее, это просто-напросто, чтобы двери никак не смогли открывать, да и все. Вот, вот, вот. Какой у тебя там ник? Не такой ли случайно? Такой. Так, что я хочу сделать? Где мой дом? Сейчас бы вспомнить. Вот тут, да, вот тут. Так, вот что я сейчас сделаю, чтобы просто-напросто не наяривали, не надоедали. И вот чтобы это было. Так, это вот сюда.
полублоки. И как бы это сделать? Так, сейчас мы как-то это придумаем, как это можно сделать. Чё я хочу? Сейчас вы, ребят, увидите, что я хочу сделать, чтобы, если мне подарки же хотят дарить, да, бегают за мной и дарят мне подарки. Спасибо, ребята, но сейчас мы сделаем по-другому. Сейчас мы сделаем это... Нет? Вот так лучше. Так, там у нас, если будет вход... Главное, чтобы вот тут никто... Никто не смог... Сюда зайти, то, что я хочу сделать. Чтобы мне сюда могли подарки кидать, ребята. Так. Ух ты, это что тут такое? Офигеть! Это как еще? Давайте сейчас мы вот это все тут застроим. Я не знаю, как это вообще тут такое произошло. А, вот как они ко мне домой залазят. Или что они там хотят? Ладно. Сейчас мы сделаем, чтобы этого не было. Так. И давайте еще. Хотя тут я уже, в принципе, не знаю, нужно ли это или нет. Сейчас мы это все сделаем, чтобы ко мне домой, ребят, не залазили. Так, это они могут ломать, нет? Давайте сейчас как-то мы это проверим. Нет, тут нельзя ломать. И тут нельзя ломать. Угу. Ну, в принципе, и так, давайте это нужно же сделать тут. Опять кто-то домой залезли, мне кажется. Так. И идем-ка мы домой. Так, вот. Сейчас. Подарочки. Давайте просто сделаем. Посмотрим, сколько тут за пару минут, если что, мне накидают вот этого всего, что они тут хотят. Или как называется вот это? Каркей. Да, не нужно мне. Как называется вот та штукенция? Ворон. Вот, да, воронка. Нет, нельзя ставить воронку. Ну нахрена это сделано? Охренеть. Если уже до этого дошло, что даже воронку ставить нельзя, ребят. Тут ни хрена ставить нельзя, честное слово. То дюпают, это передюпают, то сделают воронку, даже нельзя поставить, потому что и вот что-то с ней могут сделать. Ладно. Нельзя так нельзя. Так. Сейчас мы это все вот так сделаем, да и все. И вот так двери, и все, ребята. Сейчас мы это выключаем обратно. Вот так. И идем на спаун. Так. В принципе, есть у нас уже вот это. Как она там называется? Че у нее? Dark. Ага, Dark. Если Dark, то нужно пойти опять домой и взять вот эту одну штучку. Главное ее не выкинуть. Так. И идем опять на спаун. Через двери... Ну фиг его знает. Если через двери мы пойдем, то кто-то успеет забежать, да и все. Так. Ну что? Давайте немного наваримся. Продаются дома возле спавна. Сейчас, давайте будем продавать приблизительно за 20 алмазов. Если кто-то захочет, тот купит.
О, ребята, мы же тут можем вот этими, как они там называются, риэлторами стать, да? То есть просто-напросто строить всякие дома, да, и продавать их, если кто-то будет вариться. Ну, в смысле, можно на этом навариваться, да, на этих домах. Только нужно вспомнить, как добавлять туда людей, чтобы они могли жить, потому что я не в курсе. Сейчас мы что-то сделаем. Кто хочет посмотреть на дом, в принципе, пускай тпшится. TP accept. Кто хочет посмотреть на дома TP. Так, ребят, кто хочет, TP-хайтесь. Вот эти два дома, которые я построил. Давайте, TP accept. Вот тут вы, в принципе, делайте, смотрите, что хотите. Давайте, TP-хайтесь. Сейчас мы, ребят, всех по TP-хаем. Все, больше никто. Так. Вот эти дома. Жума, нет, не ж... продаются. Ну, да что ты меня заплющила? Так. Давайте еще кто-то хочет. Ребят, дарить я никому не буду, так как, в принципе, я уже сейчас играю, и мне тоже нужны алмазы. Эти дома я построил, я тоже, может, иногда буду кому-то строить и просто-напросто продавать. Ну, чё-то кому-то нужен, нет? Кому-то нужен, ребята? Нет? Пятнадцать алмазов. Кто хочет, тот, в принципе, пускай покупает. Мне же лучше, я продам алмазы. Во. Уже один покупает. Сейчас мы домой тпхнемся. ТП. О, первый покупатель. Сейчас. Сейчас мы ему отдадим дом. Как он там называется? Регион Адмембер 1. Сейчас. Подбежим туда и посмотрим, ребят. В принципе, я ему уже продал. По идее, он уже туда как бы... может зайти, то есть этот регион его тоже стал, и он уже, в принципе, там уже может делать, что хочет. Сейчас мы туда дотопаем, то столько туда топать, нужно себе ботиночки купить или просто какого-то летающего покемона словить, а то просто капут. Так, ну там есть еще один домик. Кто имеет, ребят, желание, пишите. И 15 алмазов, в принципе, мне дали уже, отлично. Так. Первый дом продан. Сейчас вот этот. Так, он уже может зайти. Можешь зайти. Так, ребят, не ты, не вы, а вот этот. Ух, натопало людей. Ладно, вот сейчас вот этот, вот этот.
За мастербол. Один мастербол сойдет. Сойдет, сойдет. Можно, можно. За мастербол, блин. Хотя, хотя фиг его знает. Другой дом продается за 15 алмазов. А. Да я же тебя добавил. Где ты? Где я? Вот это. Регион Адмембер 1. Вот. Регион апдейтед. Так, ладно, ребят, на секундочку. Как этот регион называется? Мейл? Какой в жопу мейл? Чей это вообще регион? Ты, я что-то не там смотрю. Зашел. Во, все, первый дом продан. Продается второй дом за 15 алмазов. Да, ребят, покупайте. Мы, короче, риэлторы. Сейчас мы показываем вот такой дом. Короче, он сделан там. Чувак уже покупает, ребята. Давай, давай 15 алмазов. О, ребята, мы вообще уже наварились. Регион ад мембер, как он там называется? Регион ад мембер фраг. Сейчас. Все, он твой. Все, он уже может заходить. Все дома проданы. Потом еще построю. Потом, ребят, еще, наверное, построю. Просто буду вот так продавать. У нас уже 46 алмазов, которые, в принципе, это уже до хрена. Так, сейчас, ребята, что мне нужно? Мне нужно продать алмазики, где они? Да ты ж... Ладно, ребяточки, это было случайно. Вот так. Так. Так, сейчас, мне нужно продать алмазы. Давайте-ка мы продадим за вот это. Еще раз вот это. И приблизительно за 10 вот этого. И вот так. Все, ребят, мы, в принципе, все уже, что могли, продали. Сейчас нам нужно купить, что мы тут сможем купить. А куплю себе вот эти ботиночки, чтобы намного быстрее бегать. Вот это все у меня уже есть. Эндер сундук, может, потом куплю. Так, что мы еще тут сможем купить? Покеболы пока что нет. Что у нас есть? У нас есть 12. Давайте купим. Вот это. Еще вот это. И, в принципе, нормально. Так, все. Да я же добавил тебе. Че ты там не можешь? О, другое дело. Это уже, походу, побольше пошло. Намного больше спида. Так, о, это, в принципе, уже вообще отлично, ребят. Так мы намного быстрее сможем передвигаться, даже без гейммода. Так. Потопали мы к дому, посмотрим, что там у нашего покупателя. Не может он что-то там открыть? Сейчас мы туда придем.
Посмотрим, что у него там, что он там хочет. Ребят, дома уже кончились. Так, где наш дом? Что-то я заблудился немного. Да, понастроили тут. Так, что у тебя в инвентаре? Ну, в принципе, ребят, мы это все можем брать, но я, конечно же, не буду брать. Что там у тебя в доме? Давайте его тпхнем. Че он там не может? Да хара тут топтаться, да твою ж... Все, чуваку дом продали, и все отлично. Ребят, никому я золотые монеты не буду давать, не надо наглеть. А вот за наглость, что мне флудят, я не отвечаю, но они то продолжают флудеть. Ребят, не нужно. Так. Сейчас, в принципе, ребята, продали мы домики, наварились. Я так думаю, выгодно строить свои дома. Я, наверное, просто буду тут строить дома. И вот продавать будет профессия, можно сказать, риэлтор или продажа дома, или хрен его знает, что-то там, как там это вот это все называется. Давайте еще немного прокачаем нашего ашавота. Так, не вот это, да. О, ну, в принципе, нормально. Нормально, сейчас мы его прокачаем, ребятки. Отлично. Так, да, вот это у нас есть. В принципе. Кем мы тут, на ком мы еще, в принципе, можем тут прокачаться? Кто тут еще есть какой-то? Что-то я никого больше не вижу. В воде там... Ну, в воде там, конечно, куча всех, как мне кажется. Ну, ладно, воду мы не будем идти. Кого бы нам сейчас можно было бы словить? Сейчас нам нужно как... Да я же одел, чё ты... Это или у меня забагалось, или я чё-то неправильно сделал. Я же купил вот эти на 75. Ну, я их не снимал. Или они просто тратятся, или ломаются, когда много бегаешь. Походу, или... Все... Не надо ты... Дома уже проданы. Так. Догонишь? Не догонишь. Походу оно... Да, оно очень тратится, поэтому, наверное, оно и сломалось, и поменялось, как я понял. Так. Ну, сейчас мы давайте пойдем уже, наверное, домой. Ух, реально, просто очень быстро тратится вот это все. Марип, вот кого нам еще нужно словить. Марипа. Точно, я же забыл даже. Давай. Марипа нам тоже, конечно же, нужно. Ах! Ух, да ты давай-ка там не убей его. Давай. Ну словись ты. Ребят, я никому сейчас менять не буду, никому не буду ничего давать, никого не буду тпхать или еще что-то. Ребят, я сейчас играю без гейммода и, в принципе, все. Ух ты, 1% покедекса заполнен. Все, идем домой, чтобы за нами не бегали. Снимем вот это. В принципе, ребят, давайте уже на этом закончим. Я, наверное, просто-напросто буду строить дома, да, их продавать. И все, и будем вот так навариваться алмазами. Все, ребят, давайте уже на этом, в принципе, закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.